Катя, Катюшечка, с этого дня это наш официальный склад. И на этом официальном складе работает сортировка предметов. Это значит то, что если вот здесь нарисован камушек, то все каменные камушки идут в этот сундук. Если здесь нарисован изумруд, это значит то, что все полезные ресурсы идут в сундук с изумрудами. Понимаешь? Понимаю, конечно понимаю. Это значит то, что я завтра не хочу увидеть стак картошки в сундуке, где должно быть только дерево. Понимаешь? Я прекрасно тебя понимаю. Ага, замечательно. Ну, давай тогда проверим, как ты меня поняла. Смотри, я тебе даю золото. Куда ты его положишь? Так, золото... Это у нас слиток золота, верно? Это же не руда, значит, вот сюда? Ну, это как порода, ну, типа, которая добывается вот сюда, да? Нет, что это я? Сейчас, подожди. Тут нету золота, я не знаю, куда золото, ну... Все ресурсы золота, изумруды, уголь, редстоун, лапиш, вот этот, железо и все остальное в изумруды. Хорошо, это поняла. Всё. Вот ты бы сразу объяснил, я бы поняла. Замечательно. Я тебе даю мотыгу. Куда ты положишь мотыгу? Мотыга, это легко. Мы мотыгой что делаем? Огород скапываем. Значит, в огород, в морковку. Вот сюда мотыгу. Нет, да? В этом сундуке только овощи и фрукты. Мотыга и... вот здесь, предметы. Никакой логики вообще нет. Это у тебя никакой логики нет. Вот предметы, вот видишь, где предметы для рук. Меч, ты меч же в руках держишь, а не между пальцами на левой ноге. Вот сюда, вот предметы. Подожди, уважаемый, меч это оружие, мотыга это не оружие. Бессмыслица какая-то получается. Я тебе сейчас мотыгой по лбу стукну и будет оружие. Все, мотыгу сюда, держи кость. Держи, куда ты кость положишь? Собаке отнесу. Бесит. Так, баба Чебурака, она держит тебе косточку. Слушай, меня вот этот склад, наверное, доведет, потому что я не понимаю, какая разница, что куда складывать. Ну, положила я сюда картошку, а сюда золото. Ну и что, вот кому плохо от этого-то станет, ну? Камушек. Камушку. Светокамень. Ко всему стеклянному, где стекло. Почему? Это же тоже камень! Это... Ты перфекционист, ты просто перфекционист, вот и все. Где Лёха Крипер? В смысле, где Лёха Крипер? Я только что пробегала, он был рядом. Лёха! Лёх, ты где? Ты когда косточку бабе Чебурак ушла отдавать, ты случайно люки не задела и Лёху Крипера отсюда не выпустила случайным образом? Да я отсюда даже не подходила, я вот по этой траектории бежала к Лёхе, вот сюда, к Чебуракам. И обратно вот так вот, можешь даже посмотреть. Ты будь аккуратней, пожалуйста, с этого момента, потому что Лёха Крипер просто устроил побег среди белого дня, и он сейчас может быть везде, где только угодно. Если он здесь взорвет моего сына, Чебурака, я тебе этого не прощу, и Лёхе Криперу тоже. Поэтому смотри по сторонам на всякий случай, хорошо? Так ты тоже смотри, чё я-то сразу, как будто меня Криперы постоянно подрывают. Да, меня постоянно подрывают Криперы, и не надо вот... Ну и что? Блин, мне Лёха Крипер все планы-то подпортил. Я хотела попугаев отсюда унести куда подальше, чтобы они не повторяли за Лёхой. Ну, вот эти вот звуки повторяющие, вот это хотела их убрать отсюда. А все теперь, а не получится. Так ничего в этом сложного нет. Ночь наступит, мы приведем сюда нового Лёху Крипера. Или старый вернется, может он просто на прогулку выбежал. А чё ты попугаев-то моих хочешь трогать? И почему, кстати, её Рома что-то делает возле наших псов? Не знаю, Ромка, пойдем в клетку, скоро мы будем переезжать. Кать, да не будем, не будем мы переезжать, ты понимаешь, что ты в предыдущей серии одного попугая кокнула. Это значит, что пришло время привезти сюда
нового и заселить в наше жилье. А у меня как раз-таки есть на примере один новый попугай, которого я уже вот это приручил. Он меня прямо сейчас ждет в джунглях. Ты коней-то подприизбавь, мы ни за каким попугаем не пойдем. У нас и так два, этого достаточно, мне, в принципе, эти оба бесят, я хочу от них избавиться нафиг, поэтому не пойдем мы ни за каким попугаем, конечно. Кать, я нашел красного попугая. Я воплотил ту самую мечту мою в жизнь, в реальность. Меня сейчас в джунглях ждет настоящий красно-синий попугай. Его просто осталось сюда принести. Я всегда знал то, что что-то когда-то произойдет с попугаями, и его время настанет. Вот, он меня ждет прям там сейчас. Ты думаешь, я тебе поверю, что у тебя, конечно же, попугай, свой собственный персональный красный паук, хотела сказать, красный попугай? У меня есть красный попугай в джунглях, надо просто за ним пойти. Слушай, ну пойдем, покажешь. Я не знаю, я, конечно, тебе не верю вообще об этом. А почему ты мне не веришь, что у меня есть личный красный попугай? Ну а когда бы ты это сделал-то, ну? Да потому что на стримы мои надо ходить каждый вторник, четверг, субботу в 7 вечера. Вот подписчики, которые были на стриме, не дадут соврать. Вот не дашь соврать, если ты видел то, что я приручил красного попугая, ну, несколько стримов назад. Он меня просто сейчас там ждет. Все. Ну, ладно, ребята, давайте мы вместе ему поверим, чтобы человек не расстраивался. Мы просто сейчас дойдем в джунгли, я тебе покажу. Все, хватит умничать, заколебало. Да все, хорошо. Идем в джунгли. Ну и как зовут твоего псевдовыдуманного красного попугая? Я не знаю, я ему еще имя не придумал. Вот когда его притащу домой, тогда я его и назову. То есть, ну реально, я во время стрима просто взял и так и приручил красного попугая. И не стал его, главное, домой привозить, а да, так оставил. Да, я реально пошел в джунгли, реально нашел попугая, реально его приручил, но специально не стал его брать домой, потому что я не хотел, чтобы ты его увидела, потому что ты его тогда точно бы пустила на попугаячий шашлык. А сейчас, когда у нас стало минус один попугай, это значит, что я могу его притащить домой. Ой-ой-ой-ой-ой, падаю! Нет! Ты где сейчас? Я прям под деревом, на котором ты стоишь. Я прям. Да, тогда я спускаюсь. Все. Блин, можно же было в воду упасть. Ну да, кстати. Все, он где-то вот здесь. Я помню то, что я его где-то здесь оставил. Это просто было, наверное, стримов 7 назад. И вот где-то вот здесь он меня ждет. Короче, увидишь красного попугая, это мой. Я его можно сразу кокну, хорошо? Я тебя потом кокну! Вот это этим фейерверком прям в нос! Кать, это мой попугай, просто. А, вот он. Это не твой попугай. Это мой попугай, вот он, смотри. Я его вот здесь оставил много серий назад, он до сих пор здесь сидит. Это мой попугай красный. Че, реально что ли? Это реально, смотри, я даже его приручать не буду. Я просто подойду. Опа, встань, пельмень. Вот. Пельмень? Ну пельмень, вот смотри, он сразу на моем плече сидит. Я его пельменем назвал. Офигеть, че... И вот так вот, значит, без меня. Мы ходим по вот таким джунглям и приручаем вот этих попугаев. Офигеть. Пельмень, скажи ей, чтобы не умничала. Все, вот тащим пельменя домой и все. Пошли, пельменчик. Пельменчик пойдет с нами домой только при одном условии. Каком? То, что мы перенесем им их дома, чтобы они возле нас не чирикали, хорошо? Хорошо, немного на пару метров перенесем, чтобы они не повторяли звуки за всеми, потому что, да, согласен, это иногда прям очень сильно раздражает. Все, пошли, следи, что пельмень! Ну да ты не слезай с меня! Пошли, давай! Ну что, он не твой. Он мой, Кать! Пошли, пельменчик, пошли. Так, ну ты пешком идешь, я полетела, у тебя ж попугай. Ну да. Медленный ты, конечно. Хотя, мне кажется, все пельмени медленные. Пошли. Ну, слушай, ну давай не пельмени его назовем хотя бы, раз он теперь наш. Давай, я не знаю, Ростислав. Это мой попугай личный, мой. Я хочу его назвать пельменчиком. Он будет пельменчиком, все. Ну, ты же понимаешь, что вот когда человека, чей попугая называешь, у него жизнь может пойти наперекосяк, потому что имя не его. Кать, он похож на пельмени, я хочу, чтобы он был пельменем, все. Кать! Это какой-то галлюциногенный пельмень получается. Красная, синяя, желтый. Сюда, не улетай. Сейчас мы тебя... Не улетай. Нет, не улетай. Иди сюда, пельменчик. Сейчас мы тебя познакомим с Романом и с другим попугаем. Как ты же его там назвала? Василисий ты его назвала. Слушай, а у нас в коллективе тогда получается нет ни одного, вот это, ни одной девочки. У нас только Рома, Василисий и пельмень. Им баба нужна, Кать. Ты, слушай, ты угораешь надо мной? Нет, всего три попугая достаточно. Каждой твари по паре, то есть каждому по бабе нужно. Ну ладно. Так,
Да, подожди. Так, пельмень, садись, все с этого момента. Это твой дом. Ты живешь вот здесь. Серьезно? Нет, мы сейчас вот эти вот клетки все срубаем. Есть топор поблизости? Есть, держи, на. Давай. Так, да, я согласен, просто. Они, вот, давай прислушаемся. Стой. Ой, от этих всех звуков, честно, вот башка уже просто кругом идет, да, давай перенесем буквально на пару метров вот куда-то туда, к Лизе, или вот туда, к ламам, вот примерно я куда-то. Я знаю лучшее место. А, ну хорошо, все, давай тогда срубай и понесли, давай. Да, сейчас все подчистую тут уберем, больше никаких вот этих вот. Вот это все, да. Так, я знаю отличное место, пойдем за мной. Все, давай, пошли, это тоже забираем. Давай, веди. Ну только давай недалеко, хорошо? Да не, недалеко. Мы с тобой договаривались пару метров. Не пару километров, а пару метров. Вот это значит, нужно было отойти чуть-чуть налево, чуть-чуть направо и поставить там попугаев. Ты хочешь, чтобы мы вот здесь попугаев хранили с этой серии? Вот здесь? Да им здесь отлично будет. Вон там даже какая-то собачка бегает, они подружатся. Все нормально, я считаю, отличное место. Тебе вообще ни капельки не кажется, что это как-то, ну, слишком далековато от нашего дома? Вообще не кажется, да? Да не, вон Эйфелеву башню видно, значит, близко. Катя, ты далеко, я не буду здесь попугаев хранить, ты с ума сошла? Давай мы тогда вернемся домой и в следующей серии построим домик на дереве для попугаев. Или, я не знаю, ну где-то в другом месте, чтобы они не кричали. Но не здесь же, ты смотри, тут фантомы каждый день летают. Они же убьют просто попугаев, сидят заживо. Да фантомы за нами просто прилетели, потому что мы с тобой не спим. Из-за этих попугаев, кстати, не спим, из-за них бессонница. Да не из-за попугаев у нас бессонница. Пошли давай домой, я не хочу здесь попугаев, ты с ума сошла, Кать. Ладно, хорошо. Я построю нормальный... Да отстань ты, вот это сопля летающая. Убей его, Кать. Убью, давай. Иди. А где он? А вон он. Отвела меня за 10 километров, и тут предлагает нашу вот эту пельменю, Роме и Василисию домик построить. Ты хоть вообще про детей не заботишься, ни капельки не заботишься. Ты же мать. Огромное дерево, на дереве двухэтажный дом тоже огромный. И в этом двухэтажном доме будут жить 3 попугая. И я не знаю, куда его построить. Кстати, можно вот здесь построить вместо вот этого дерева. Или где-то в другом месте. А вон дерево большое, смотри. Ну какое. Вот, да, вот, кстати, на вот этом дереве можно их поселить. Да я уверен, что им там будет замечательно просто, Кать. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь я и смогу полюбить этих попугаев. Может Ладно, быть. Пойду домой за печенькой схожу, покормлю, а то вдруг они проголодались, только одни были бедные. Не надо их печенькой кормить, они сдохнут, Кать! И семена лучше притащить, какао-бобы, я не знаю, там, пшеницу. Вот ты бы, пельмень, пшеницу бы покушал. Алёха! В смысле, Алёха? Тихо, я тут зашла, тут Лёха, прости, можешь сразу меня бросить, вот прямо сейчас, только не выгоняй из дома, мне же идти-то некуда, прости, пожалуйста, тут зельеварочка наша, я сейчас подберу, я все починю, прости, пожалуйста, я зашла, тут Лёха стоит, я такая, Лёха, ты чё вообще, а он такой, привет, и все.
Лёха, Лёха, что же ты наделал? Так вот, оказывается, куда он пошёл, а мы его потеряли. Так надо было сразу в доме проверить, ничего бы этого не было. Я тут сейчас всё приберу, но только не злись, не злись. Я всё починю, я всё сейчас это соберу. Вон уголёчек вот это вот всё, с кроваточки наши всё поставлю, всё залутаю обратно. Прости, пожалуйста, прости, не злись. Но... Куда ты пошёл? Подойди сюда. Давай на расстоянии поговорим. Подойди сюда. Ну, то, что тебе надо быть более внимательной, я тебе это говорить не буду. Ты сама это знаешь. Тебе надо было проверить. И убегать потом из дома, когда увидела Лёху Крипера, а не стоять перед ним. Да я тебе говорю, он сбоку был, вот здесь, когда зашла посерединке, не увидела. Он там вот, где зельеварка был, вот там стоял, его не сразу увидела. Ну, слушай, ну это даже хорошо то, что он взорвался. Хорошо, что Лёха убежал и спрятался у нас дома. Это даже отлично, я тебе скажу. Тебе что, совсем кукуха поехала? У нас дом подорвался нафиг. Ну, тебя бы наказать не помешало бы. Но я просто в следующей серии как раз тебе хотел предложить переехать в другое место с нашего корабля. А тут как раз-таки такой замечательный повод у нас появился. Лёха нашу спальню взорвал. Да максимум, куда мы можем переехать, это вон в конюшню. О чем ты говоришь? Ну, подписчики практически с самого начала сезона выживания просят нас переехать в нормальный дом. Построить себе какой-то особняк и не жить уже на корабле. Я все же прислушался к их мнению и хотел тебе в следующей серии предложить начать что-то строить. Я так понимаю, вот эта вот рамочка небольшая, это вот уже начало положено? Ну, это почти начало положено, но что я с этого хочу построить, ну, узнаем в следующей серии. Поэтому, Кать, ты на самом деле молодец. Вот ты молодец, что взорвала к чертовой бабушке весь наш корабль. Жалко, конечно, жалко, то, что ты рукожопная, да, то, что не умеешь следить за собой, за криперами. Ну ладно, переедем, и я уверен, то, что там нам намного больше будет нравиться. Я, конечно, в шоке с тебя, но я думаю, что наш новый дом будет намного лучше, чем этот корабль. Реально. Да, он будет лучше, конечно, если ты его опять не взорвешь, потому что не умеешь просто ни вещи сортировать в этом складе не умеешь. Ничего не умеешь делать. Ой, проснулся, блин, дед. Конечно, конечно, проснулся, конечно. Ну, если получается то, что заборный, деревянный забор, это значит, что надо вот сюда положить, а потом закрыть. А если каменный, надо туда пожать. А, ну, это все, печеренька.